Какие новогодние сказки и мультфильмы ты знаешь? «Приключения Маши и Вити», «Снежная королева», «Зима в Простоквашино». «Снеговик», «Почтовик», «Дед Мороз и лето», «Приключения у новогодней елки», «Ну, погоди», «Морозка», «Дед Мороз и лето», «Маша и медведь». Что в мультфильмах тебе нравится больше всего? В мультиках больше всего, когда приходит Дед Мороз. Он дарит подарки. Как они не боятся сложностей. Вместе дружат, помогают друг другу. Не боятся злодеев и всегда найдут выбор. Мне в мультфильмах нравится, как кого-то спасают. Картинки. Веселые и яркие. Например, когда там добро побеждает зло, там есть картинки. Сценарий. Это когда там расписываются роли. Расскажи о любимом новогоднем мультфильме. «Приключения у новогодней елки». Мне больше всего в этом мультике нравится, как Снеговик везет Деда Мороза. Мой любимый новогодний мультик новогодние приключения Маши и Вити. Потому что они там сражаются с Кощеем против диких гитар. Это мультик, где Кощей украл Снегурочку. Мне нравится в фильме «Маша и Витя», как Маша с Витей ищут Снегурочку в 39-м царстве у Кощея. Самый любимый мультфильм – это «Зима в Простоквашино». Это где участвуют герои Шарик, Кот Матроскин и дядя Федор. Кот, собака, дядя Федор, Тапа-тама и сестра. Там в конце мама была в телевизоре, а приехала она на лыжах. Мне нравится смотреть «Маша и медведь», потому что они веселые.